Декабрь – последняя восхитительная улыбка года. Мы привыкли подводить итоги и с любопытством заглядывать в будущее. Что же готовят нам звезды в новом году? Узнаем вместе с белорусскими селебрити. Творческие натуры. Чрезвычайно сообразительны, общительны и неординарны. Близнецы. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Святослав Поздняк. Спешу вам сообщить, что не за горами 2016 год. И мне, как ярчайшему представителю знака близнецов, очень интересно узнать, что же ждет нас в будущем году. Посему предлагаю сделать звук ваших телевизоров погромче и вместе со мной прослушать эту полезную информацию. А звезды предсказывают. Год испытаний и непростых решений. Хороший совет близнецам. Держите рот на замке. В этом году из-за вашего злословия легко потерять друзей. А если же свою коммуникабельность направить в нужное русло, то успех на любом поприще гарантирован. Что могу сказать? Не стоит пугаться испытаний и решений. Каждый нормальный цивилизованный человек, он всегда должен двигаться каким-то решением. А вот держать рот на замке – это очень ценное замечание. Начало 2016 года для близнеца обещает быть спокойным. Полная гармония с близкими и друзьями. В семье тишь. Да гладь. Замечательно. Осторожность и внимание стоит проявлять одиноким близнецам. Ну, я думаю, ничего страшного для меня, во всяком случае, потому что я не одинок. А вот одиноким, наверное, надо все-таки порекомендовать просто стать не одинокими. И поэтому вы легко обойдете вот этот вот негативный аспект. Хорошее время для ведения бизнеса. Практически никаких рисков. Замечательно. Это ваш час. Самая главная задача на этот период – правильно распределить свое время. Ведь такой напряженный ритм может сказаться негативно на общем самочувствии и настроении. Надо поменьше иногда работать, да. Поэтому находите возможность чаще отдыхать и расслабляться. А тем, кто грезит морем и пальмами, можно не сомневаться. Все это в 2016 году будет и в большом количестве. И в завершении от себя лично хотел бы пожелать всем близнецам все-таки почаще находить гармонию с собой. А всем нашим дорогим телезрителям тепла, добра, семейного благополучия, ну и, конечно, здоровья. Мария Кронда, Алексей Яршевич, «Утро», студия «Хорошего настроения».